многих возмущают выходки и хулиганство на дорогах золотой молодежи. Вот, например, последняя история с гонками на Гелендвагене с полицией в Москве. Да? Да. А как бы вы поступили с этими нахалами, будь у вас возможность выбирать наказание для них? Да выпорол бы их. Ну, то есть лишать публично прав бы. Как-то, может быть, что-то... Не, ну, разумеется. Если не в шутку, я считаю, что если человек создает по-настоящему аварийную ситуацию на дороге с опасностью для жизни, его надо лишать на год. И он должен это понимать заранее. И что никакие деньги, никакой папа и никакая мама его не спасут. Если второй раз, пожизненно. Потому что если он хочет рисковать своей жизнью, да на здоровье. Но как только его риск, это на самом деле угроза для других, я считаю, надо очень жестоко, вернее, нет, не жестоко, а жестко поступать.